Добрый вечер. Наш первый концерт сегодня будет, как следует из названия, посвящен связи и взаимодействию России и Франции. И как раз то, что мы исполнили, это практически одна из отправных точек, особенно что касается музыки, потому что музыки и театра, потому что именно это услышал Петр I, когда пришел в Придворный театр Версаля в 1717 году на оперу гипермастера Жерве. Обычно как-то упирают, цитируя события, что Петр I попросил пива и ушел. Но как-то забывает о том, что ушел он уже в четвертом акте, да, то есть он выдержал очень много. Я думаю, что немногие сейчас готовы посидеть на французской опере, которая еще так исполнена. Там опера полна всяких ужасов, там происходит землетрясение, как раз он ушел после этого землетрясения. И выходит гипермастер, это был какой ужас, всюду кровь, всюду, в общем, страшно. И я думаю, вот это был таким моментом, когда захотелось пива как раз. И весь наш концерт, вся программа будет таким ответом на вопрос, почему же все-таки «Война и мир» начинается по-французски. Что привело к тому, что для аристократов к концу 18 века уже очень быстро, причем французский язык стал первым языком, даже впервые русского. И поэтому вот в первом отделении, да, и во втором, собственно, будут такие тесные переклички французского и русского. И начнем мы с Данилы, но будут не только стихотворения. В качестве интерлюдии мы сыграем, казалось бы, не французскую музыку, это будет музыка Юхана Хельмиха Румана, но надо сказать, что в 18 веке вообще вся музыка до какого-то момента делилась либо на итальянскую, либо на французскую, это называлось вкус или стиль. И невозможно было написать музыку, по крайней мере, для какого-либо двора, просто какую-то, она была либо французская, либо итальянская. И вот то, что мы будем играть, это музыка шведского композитора, написанная в французском стиле, да еще и написанная по заказу русского посла Николая Головина для празднования коронации Петра II. Ce lieu, la mer est paisible, comme le plus petit ruisseau, un doux effil, presque insensible, effleurant le dessus de l'eau, fait entendre un si doux murmure, en se jouant avec les flots, que l'on dirait que la nature s'y repose elle-même. En donnant du repos. De mille belles fleurs, tous les bords sont remplissent, les jasmins, les ulysses, les roses et les lys étalent de la mille leur beauté non pareilles. Elles ne sont de ces lieux que les moindres merveilles. В этом месте море не лихо, как бы самый малый поток, и пресладкий зефир тихо дыша от воды невысок чинит шум приятный весьма в игре с волна, и можно сказать, что сама там покоится с вещами натура. Дая всем покой.
свет, и через себя прекрасный брег твой, и хотя через многие леты навсегда не увядает розы, тюльпы, жасмины, благовонности спускает ольеты, так же и крины. Правда, что нет в целом свете сих цветов лучше и краше, но всем вместе, в самом лете, не на них зрит око наше. Deux objets rubines et place en ton cœur. Si l'amour fait lui seul le bonheur de la vie, plus on est amoureuse et plus on est heureuse. Prenez l'amour d'Iris et celui de Sylvie, encore et c'est bien peu de ne l'avouer que deux. Du puissant Dieu des cœurs, les douces sont si grandes qu'il faut sur 1000 autels lui faire 1000 offrandes. Hélas, il est si doux de s'y laisser charmer. Quand une fille se refuse d'être nôtre, il faut en avouer une autre, de peur de se serrer des mères. Cesse de te l'armer pour avoir tant d'amours. L'on peut fort aisément ménager deux tendresses. Il est assez d'heureux au jour pour s'occuper de deux maîtresses. Престань противляться сугубому жару. Две девы в твоем сердце вместятся без свар. Ибо ежели без любви нельзя быть счастливу, то кто залюбит больше, тот счастлив есть на дольше. Люби Сильвию красну, Ирис учтиву. А еще мало двух быть, коль надо чьим. Мощной богини любви сладость так есть много, что на сто алтарях и жертва есть у Бога. Ах, коли сладко сердцу надо попуститься. Одна любить не рада, то другую искать надо, дабы не пристать, когда в похоти любиться. И не позабыть то, что в любви чинится. Не печалься, что будешь много любить, ибо можно с услугой кто и другой поспеть. Взял доволить одну, доволить вторую, часов одни довольно, от той к другой быть вольно, удоволить.
доволи в первую, доволи другую, а хотя и десяток. Немного. Сказую. Si vous priez de plaisir à vous voir dans ses yeux, pleurez mes yeux, pleurez, couvrez-vous de tristesse, vous ne reverrez plus un temps si précieux. Плачьте несть мои очи, вашу участь зовут. Плачьте несть, плачьте, без вопросов скую. Аминта не желает зреть на меня больше. Да бы со мною ей сердце было дольше. Буде вы, ея видя, счастливыми вы, буде с весельем себя в ее очах зри. То плачьте, мои очи, в горькой днесь печаль, не видать вам дорогих дней, ибо все пропали. Thank you.
amour avec ses tresses veut blesser tout le monde. Et comme elle est le plus puissant des rois, reconnu dans les cieux, sur la terre et sur l'onde, sous différents objets, il donne même l'ouest. Et pour se venger quelquefois d'une trop longue indifférence, il fait remarquer sa puissance en attachant nos cœurs par un indigne chouette. Купит через свои стрелы ранит человеков, и понеже он есть всех царей сильнейший, признан в небе, на земле, в море, от всех веков под разным видом той же свой старейший дает закон, и часто для отмщения скоро над безучастным ко всем женским лицам употребляет свои силы без разбора, дав того сердце некрасным девицам. Сейчас мы переходим во вторую половину 18 века, когда Франция уже вовсю гостила в России. Например, император Павел безумно любил французскую оперу. И когда его капельмейстером при Малом дворе стал Дмитрий Бортнянский, то он стал писать не русские оперы и даже не итальянские, когда он только что вернулся из после десятилетнего обучения в Италии. Он заказал ему французские оперы. И мы сейчас исполним небольшой фрагмент. А что такое французская опера, комическая опера? Это то, что потом выразилось в каком-то смысле в оперетту. То есть это разговорные диалоги и небольшие арии. И сейчас прозвучит. Будет представлен небольшой фрагмент оперы «Сокол» или «Сокол», как тогда говорили, которая была представлена исключительно силами придворных в Гатчинском дворце в 1786 году. Будет сцена Марины и Эльвиры. Тони, мадам.
a fait votre connaissance. Vous serez fait de quelques magiciens, de quelques fées qui s'obstinent à prodiguer des miracles pour nous procurer des plaisirs, des fêtes que nous trouvons, nous les cherchons, nous mouances, des cadeaux qui nous viennent de vieux oncles et de vieilles tantes, ce que nous ne connaissons pas, des aubaines qui nous tombent de nus, des procès que nous gagnons sans avoir seulement sollicité le juge, ou ces messieurs Frédéric, à qui vous devez tout cela. Oui, madame, Dieu si vous vous fâchez, je ne puis m'empêcher de vous dire que cet homme-là nous a circonvenus, nous a enfédériqués que son amour. Le malheureux des amours est bien le plus ingénieux, le plus désintéressé, le plus délicat, le plus magnifique, le plus surprenant des amours qui se soit vu de mémoire d'homme, et qu'il n'y a peut-être que vous dans Florence qui soyez capable de lui refuser cette justice-là. Et si jamais un homme pouvait mériter la tendresse d'une femme comme vous, fini, Marie. C'est assez. Thank you.
небольшая ария, после которой, наконец, будет долгожданное угощение. И она, как ни странно, соединяет нас уже даже с русским 19 веком, потому что вы узнаете тему, которую использовал Чайковский в «Пиковой даме». Вот ария «Ларек» из оперы «Ричард. Львиное сердце». И это тоже одна из тем, Фауэрдера. Il ouvre un large bec
laissait tomber sa poêle, Florina s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne le prendrait plus. Vous n'avez rien compris. Но это не единственная басня, которая была написана в эпоху барокко на этот сюжет про ворону и сыр. Сейчас прозвучит еще несколько вариантов. Негде ворону унесть, сыра часть случилась. На дерево с тем взлетел, коли полюбилась. Одова лисице захотелось вот поесть. Для того домочься б, вздумала такую весть. Воронову красоту, перья цвет почтивши, и его вещбу еще также похваливши. Прямо говорила, птицею почту тебя, Зевсовую, впред. Будет глаз твой для себя, и услышу песнь доброт всех твоих достойных. Ворон, похвалой надмен, мне себе пристойну, начал, сколько можно громче, кракать и кричать, чтоб похвал последний получить себе печать. Но тем самым из его носа растворенно выпал на землю тот сыр. Лиска ободренно он ее корыстил. Говорит тому на смех: всем ты добр, мой ворон, только ты без сердца мягко. Не где ворон, у ней сыруче случилось. На дерево с ним взлетел, кое полюбилось. Он его лисице захотелось поесть. Для того домочься бы вздумала такую лесть. Воронову красоту уберец отпустивши, и его вещбу еще также похваливши. Прямо говорила птицу почту тебя, Зевсовую в предки, будет глаз твой для себя. И услышу песнь добрых всех твоих достойну. Ворон похвалы отмену, мне себя пристойну. Начал сколько можно громче кракать и кричать, чтоб похвал последнюю получить себе печать. И тем самым из его носа растворенно выпал на землю тот сыр. Лиска ободренно, он ее корыстью говорит тому на смех: всем ты добр, мой ворон, только ты без сердца мех. И птицы держатся людского ремесла. Ворона сыру кусь когда-то унесла и на дуб села. Села, да только лишь еще ни крошечки не ела. Увидела лиса во рту у ней кусок. И думает она: я дам вороне сок. Хоть оттуда не вспряну, кусочек этот я достану. Люб, сколько невысок. Здорово, говорит лисица. Дружок, воронушка, названная сестрица, прекрасная ты птица. Какие ноженьки, какой носок. Можно то сказать тебе без лицемерия, что паче всех ты птиц, мой светик хороша, и попугай, ничто перед тобой душа, прекраснее сто крат твоих павлиньих перья. Нелестные похвалы приятно нам терпеть. О, если бы еще умела ты и петь, то не было бы тебе подобной птице
в мире. Ворона горлышко разинула пошире, чтоб петь соловьем. А сыр, думает, и после я поем. Всю минуту мне здесь дело не опире. Разинула уста и дождалась поста, что видит лишь конец лисицы на хвоста. Хотела петь, не пела. Хотела есть, не ела. Причина-то в том, что сыра больше нет. Сыр выпал из роту лисице на обед. Уж сколько раз твердили мир, что лесть гнусна, вредна, да только все не впрок. И в сердце лстец сель беда, вот ищет волок. Воронин, где-то Бог послал кусочек сыну. На ей вороновском зядясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась. А сыр во рту держала, на ту беду лиса близёхненько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша. Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать? Так право, сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Ведь ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, так ты бы у нас была царь-птица. Вещунья нас похвал вскружилась голова. От радости в зубы дыхание сперло. И на приветливую лисица на слова ворона каркнула во все вороги горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такого. В 18 веке переводили не только басни и прочую поэзию, переводили и целые оперы, меняя музыку, меняя партитуры. И мы сейчас покажем вам как раз такой французско-русский пример. Это будут первые две сцены на французском оперы «Деревенский колдун» Жан-Жак Руссо. Эта опера произвела фурор при дворе 1752 году, когда еще во всем царство Рамо, и сцены в основном были боги или полубоги, а тут вдруг вышли пастухи, пастушки и запели о каких-то своих таких, казалось бы, мелких проблемах. И через 30 лет, в 1782 году, здесь, в Москве, в театре Шереметьево, была исполнена русская версия этой оперы. Интересно, что поменяли имена героев. Они перестали быть
французами коленом и калеткой, а стали греками Пальмирой и Альцидом. Альцид, почему по-русски писал через «ы». И вот этого Альцида, который колен у Руссо, это был тенор высокий, а Альцид была сопрано и пела эту роль никто иной, как юная 13-летняя Прасковья Жемчугова. Была одна из первых героинь. Вот, но мы споем роль не этого Альцида, а роль Пальмиры, как раз колен. Что еще нужно сказать? Нужно сказать, что поменялся и жанр, потому что у Руссо это еще речитативы, французские речитативы и арии между ними. Так как русская версия – это уже традиционная русская комическая опера, то есть разговорные диалоги, так же, как вот было в Соколе, и тоже арии. И арии, соответственно, под русский текст тоже немного изменены, и в том числе даже поменялся смысл. Вот, например, если во французской версии вот эта музыка – это угроза изменнику, то в русской версии там другие слова оставлены врагим, да, и мы играем, соответственно, тоже по-другому. Итак, берется колбу. Сначала по-французски, потом по-русски. Oh!
ce qu'il me préfère. Elle est donc bien charmante, imprudente et chère. N'écris-tu point les mots que je prouve en ce jour? Colère a pu changer depuis avoir ton tour. Que me sert-il voir sans cesse? Rien ne peut guérir mon amour. Et toi augmente ma tristesse. J'ai perdu mon serviteur, j'ai perdu tout mon bonheur. Pour l'amour de l'infidèle, j'ai refusé.
Данила не будет, потому что этих разговорных заводов либо их нет вообще, либо их нет у нас. Поэтому будут только вот эти две арии. Напомню, арии Пальмиры. Ах, изменить тебе поверь, сколько бы было мне причин.